Павел Борисович, вы сказали, вот, чтобы подрядчикам нужно более ответственно относиться к исполнению контракта. Но у нас есть вторая сторона, это заказчики, да? И в данном случае сейчас у нас объявлен аукцион комбинатом благоустройства на установку ограждений в новом парке, да, который у нас является имиджем нашим. Вот. Там установлен срок 5 дней на изготовление 350 погонных метров забора с монтажом, установкой, покраской. На мой взгляд, это является ограничением участия иных подрядчиков, ввиду того, что, во-первых, в зимний период и в такой сроке уложиться по изготовлению этого забора нельзя, я как думаю. Ну, у вас уже в вопросе заложен ответ. Да. Получается, что, да. Я бы хотел, что вы мне ответили, у вас есть ответ. Да. Как осуществляется мониторинг, контроль за такими закупками и являются ли вот данные сроки, указанные в данном контракте, объективными? Или... Уже объявлено для извещения проведения аукциона, правильно же? Соответственно, если есть извещение, значит, было проведено коммерческое привлечение рынка и имеется коммерческое предложение. То есть эти условия были выполнены, и коммерческие структуры, потенциальные подрядчики свои коммерческие предложения изложили. Значит, у нас есть структура, которая в данный срок, в данном условии готова эту работу исполнить. А насколько это действительно так, покажет наличие заявок на аукцион. Если будут заявки, значит, аукцион будет разыгран. Если их не будет, а такое бывает, значит, аукцион разыгран не будет, и деньги потрачены не будут. Вот. Понятно, что между коммерческим предложением и участием в аукционе имеется одно дело рассчитать, другое дело решиться на эту работу. Если люди решатся, пускай делают, но будут делать они с теми условиями контракта, которые подразумевает заказчик. Вот. То есть в любом случае, понимаю, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, если у нас какая-то заинтересованность в проторгнении каких-то определенных подрядчиков, у нас такой заинтересованности нет. Потому что если бы она была, то мы в любом случае кого-то на аукцион, что называется, вытаскивали, они бы работали. А в данном случае нет, если никто не заявится, аукцион просто не состоится. Поэтому, повторюсь, никакой заинтересованности нет, условия аукциона есть, по коммерческим предложениям потенциальные подрядчики имеются. Так что вот как-то так вопрос от вас снова нет никакого. Ну, мне просто не хотелось бы, чтобы в следующий раз начальник ВДХБ тоже докладывал о том, что опять сроки затянули, опять появился какой-то саратовский металлозавод, который отправляется в реестр недобросовестных поставщиков. Ну, просто некрасивая ситуация будет, что за 5 дней опять ничего не успеет. Ну, полностью мы гарантированно не можем быть от этой ситуации. На любом уровне, при любых сроках, вы знаете, есть у нас другие сроки, которые тоже не исполняются. Но наша принципиальная позиция такая. Вот условия выполнения не исполнены, платить ему условия деньги не получите. Пока по данным условиям у нас кандидатам такой работы есть. Будут ли они реально, покажут наличие заявок.